Здравствуйте, любители тенниса. Спрашивают, вот столы, в чем разница, почему вот я на своих тренируюсь, приезжаю играть на соревнования, совсем другой отскок, в чем тут дело и прочее. Ну, во-первых, есть столы профессиональные, у них у всех примерно одинаковый отскок. И время перестройки с одного стола на другой, ну, занимает буквально несколько минут. В крайнем случае один день поиграли перед соревнованиями, приехали вечером. На утро вы уже играете, и никакой разницы в принципе человек с хорошим чувством мяча, ну, не должен ощущать. Никакого дискомфорта. Больше напрягает, когда зал, например, большой, а до этого вы играли в какой-то маленькой комнатушке. Вот тут возникают необычные ощущения. Но существует еще великое множество столов. Вот я хочу рассказать сегодня, как улучшить стол, если он у вас любительский. Вот. Чаще всего там меланиновое покрытие, вот как на этом столе. То есть это ламинированное ДСП или ДВП. Но суть покрытия, что оно вполне подходит под пластиковый мяч, ну, естественно, для игры любителей. То есть нету больших пробуксовок, нету больших зависаний, стол ведет себя, ну, так как стол, на котором можно играть и радоваться игре. Вот. Но как его улучшить? Вот смотрите, сейчас я покажу стол, который часто вижу на тех видео, которые мне присылают. Вот смотрите, стол — очень тонкая столешница. За счет этого получается вибрация, то есть мячик, когда стукает об стол, вот, он вибрирует. И тем самым срывается с траектории отлета, и довольно тяжело бывает играть. Вот. А теперь обратите внимание на профессиональный стол, как он выглядит. И вот мы видим профессиональные столы. Да. Вот, у нас в зале теперь новые столы Startline Champion. Вот посмотрите, как они сделаны. Ну, любой профессиональный стол, вот у него есть вот эта окантовка, которая полностью дает жесткость. Стол не вибрирует из-за этого. Углы у него и края не провисают. Да? Вот. Жесткое металлическое, видите, крепление, все вот просто монолитом сделано, тут все соединено. И толщина столешницы профессиональной, она толще, чем у любительской. Вот 25, иногда 22, иногда больше, до 30 миллиметров. Так, и переходим, как улучшить все-таки стол. Вот здесь сделать брусочки. По принципу профессионального стола можно добавить, приклеить еще какую-то МБФ или фанеру или что-то для жесткости, чтобы погасить. То есть надо увеличить толщину. Самое простое — сделать брусочки, например, там 4x4 или 5x4 по всему периметру, и точно так же, как мы видели у профессиональных столов. Тем самым будет целостность конструкции, крышки не будут провисать. Вот тут можно видеть, что немножко есть там у ней неровности по горизонту. Вот, это уйдет, то есть будет ровная поверхность. И даст равномерный качественный отскок. Вот, на этом у меня все. По-прежнему жду ваши комментарии, жду вопросы. Надеюсь все-таки, что рубрика, когда вы начнете присылать какие-то интересные моменты подачи, розыгрыши или свое видение выполнения элементов настольного тенниса, у нас состоится это дело. На этом у меня все. До свидания, до следующих встреч.